С января этого года в кадетской школе номер 7 имени Веры Васильевны Кашкадамовой на Облуковой продолжается капитальный ремонт. Замена всех коммуникаций, системы отопления и полное обновление фасада. Сейчас работы в самом разгаре. Завершить подрядчики обязаны к 1 августа этого года. За двухнедельное отставание в работе подрядная организация недавно была оштрафована на 100 тысяч рублей. Но сейчас ситуация стабилизировалась. Ремонт проходит по плану в соответствии с поставленными задачами. На самом деле необходимость проведения капитального ремонта в нашем образовательном учреждении возникла достаточно давно. И поэтому, когда мы узнали о решении нашего президента создать федеральную программу модернизации школьной системы образования, где включен капитальный ремонт старых школ, мы очень обрадовались. Раз в две недели глава города Александр Балдакин приезжает и организует штаб, на котором решаются бытовые вопросы. Еженедельно специалисты управления образования и архитектуры посещают объект. Фасадные работы не за горами. Изначально было запланировано использование мокрой штукатурки поверх утеплителя, но позже переиграли на вентилируемый фасад из металлокассет. На данный момент местные ученики получают знания 24 и 51 школах. Дети учатся в две смены. Родительский комитет активно участвует в преображении школы. Мама и папа следят за проведением работ и выбирают дизайн фасада. Стройзаказчику даны конкретные указания проработать этот вопрос и внести изменения, чтобы был у нас современный красивый фасад. В стиле? В стиле символики МЧС. Да, и вот как раз про символику МЧС. Кроме этого, тоже по просьбе Ирины Алексеевны выделили дополнительные деньги на дизайн-проект школы. И сейчас при активном участии родителей обсуждается как раз наше, скажем, общественное пространство. На днях состоятся выборы президента Российской Федерации, а школа еще не готова. Но не стоит переживать, ведь избирательный участок номер 3710 перенесен в медицинский колледж, который находится в соседнем здании. В связи с ремонтом в школе избирательный участок был перенесен в медицинский колледж на Облукова 31 в шаговой доступности, буквально в 100 метрах от нашей школы. То есть избирателям будет удобно добраться до участка. В лицее номер 40 на улице Куйбышева тоже продолжается капитальный ремонт. К работам приступили в начале этого года, также по президентской программе. И этот избирательный участок будет перенесен в Ульяновский техникум железнодорожного транспорта. Он находится напротив лицея. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.